Добрый день, дорогие друзья! Сегодня дует ветер. Действительно, у нас такой довольно-таки прохладный. В Крыму выпал снег, но у нас пока погода такая не порадовала. Посмотрите, что происходит. У нас куча туч. Западный ветер пришел к нам и принес довольно-таки холодную температуру из Крыма. Но пришел послабее немножко. Давайте отправимся к морю, посмотрим, как там вообще атмосфера, что происходит. Довольно-таки холодно и облачки. Температура воздуха поднялась. Плюс 5 на час 25, ребятки. Пойдем на море сходим. Сегодня у нас золотистый проезд. Без шапки уже на море делать нечего, ребятки, в такую погоду. Здесь наша группа кайтеров сегодня на проезде «Золотые пески». Александр вот впереди меня идет. Сегодня долго не приходил хороший ветер. И вот он только добрался до побережья. Первые кайтеры там уже покоряют наше морешко. Любимое, красивое. Недавно снимал здесь проезд, показывал, как благоустраивает, в кавычках, наши дюны. А, вон там море, оно штормит. Такие шторма у нас большая редкость. В Крыму там все поразносило. В некоторых местах на побережье пёсели здесь уже гуляют. Там завозят разнообразные строительные вещи для создания этой спортплощадки. Ну и кайтеры в море. Смотрится это, конечно, очень красиво. Люди говорят: день добрый. Что ты, Саня, босиком по летнему? Уважаемые гости и жители курорта Анапы, сегодня мы решили докатить все чудесный день. Правда, очень холодно, но кататься хочется. Это хорошо, что когда хочется, еще можется. Слушай, ну что, как ветер по ощущениям? По ощущениям, стабилизировался, 10 метров плыл. Пену метет даже, ребята, посмотрите, какая красота. Семерочка. День добрый! Привет! Как она? Да все хорошо. Аккуратненько. Ух, в такую волну хочется прям ворваться, ребята, и оказаться там, что я сейчас и сделаю. Ну, краски, как это все выглядит, это просто невероятно. Очень красиво. Кайт в небе. Так, это у нас, по-моему, Дмитрий двигается в нашу сторону. Интересно, какая сегодня картинка получится. На ваших экранах не забывайте, что в 4К формат высокой четкости мы снимаем, чтобы показать как можно больше деталей. Нашего штурма Дима делает разворот и уходит. И на нас бежит пенная волна. Шух. Прям хочется врываться, что надо и делать. Посмотрите, как летит пена. На берег, кстати, помимо водорослей, тоже повыбрасывал очень много еще яропана. Смотрите, в одном месте сразу сколько их здесь. В общем, любители, спешите, чтобы насобирать себе на поделочки. И присылайте к нам в Телеграм, что вы делаете из них. Очень интересные вещи пишут наши дорогие подписчики. Это очень классно и интересно наблюдать. В общем, все. Вам всем привет, Черноморский. Юра пошел в море. Александр уже тоже готов. Я пошел переодеваться. Вот тут кто Саня будет запускать. Но вид, конечно, вот благодаря этим деревьям открывается фантастически. Мне в голове не укладывается, как можно сносить деревья. Вот так вот и живем.
6 градусов тепла. Вроде бы прошло совсем немного времени, но где-то под часик получилось закатиться. Руки окоченели, надо было все-таки в перчатках. Че, поленился, не знаю, потому что видео снимал опять. Ребятки, ну это фантастика была. Давайте немножко по Анапе еще прокатимся, потом же с вами попрощаемся. Да, как-то крайне необычно одеть шапку, столько теплых вещей, при этом залезть в море. Ну, начинается у нас новая погода, друзья. Вот 15-24, у нас плюс 6 градусов. Ну, дай бог, главное, чтобы было хорошее настроение, чего вам и всем желаю. Пускай на ваших улицах, как говорится, будет только хорошая погода. Тем более радует, когда пишут, что у нас холодно, но солнечно. Солнце — это самое важное. Ребятки, до завтра. Надеюсь, что сегодняшний видеосюжет вам понравился и достоин лайка, подписки на канал. И поделитесь своими друзьями и близкими. С вами был Юрий Азаровский. Всем пока.